На приеме у главы города на этот раз три человека, три житейских вопроса. Юрий Николаевич Бибишев строит гостевой дом и подсоединиться к электрическим сетям желает обычной воздушкой. Хотя технические условия подобного строительства подразумевают подземную прокладку коммуникаций. Николай Викторович Девольт просит признать свое жилье непригодным для проживания, что на данном этапе разбирательства – компетенция судебных органов. А Ирина Витальевна Пульнева выступает от имени всех жильцов дома по улице Крылова, номер 8. Девятиэтажный дом по улице Крылова в своем подвальном помещении с 2010 года обрел собственника этих помещений, который самостоятельно, без согласования с жильцами 45 квартир, определяет назначение построек. Работы эти, кстати, ведутся активно с обеих сторон многоэтажной свечки. Это справедливо волнует жильцов. Глава дал поручение разобраться с законностью действий предпринимателя и взял этот вопрос под свой строгий контроль. Любовь Евсеева, Станислав Фалько. Специально для Анапа регион.